Самый важный, естественно, вопрос, который все задают, правда ли ты уходишь на пенсию? Мужик, посмотри на меня, просто глянь. В моей бороде еще достаточно волос, чтобы исполнять желание. Вот ответ в интернете просто беспощадно разорвал миллионы жизней. Я знаю, на это и расчет. Я имею всех в клетке, имею в ней ее. Только ты расслабил булки и хочешь забыть меня, тут бац! Но тебя сняли с турнира UFC 200. Ну да, я знаю. Похуй. Мне уже выкрутили гонорар за него. Еще в марте. Артем Лобок сказал, что ты можешь встретиться по боксу с Мейвезером. Вы уже несколько раз это обсуждали. И вообще, что происходит между тобой и Даной на данный момент? Какие у тебя будущие планы? И, может быть, других промоушенов? Вообще, если честно, насрать. У меня сейчас столько бабла, что я даже не задумываюсь. А Дана? Я что он скажет? Пусть этот мистер Пропер вообще отдыхает. Что он может сказать мне? Да, я уехал в Исландию, а он в Сосландию. И честно, я вертел вообще весь их промоушен UFC на своем лысом Дани Уайте, понимаете меня, понимаете, о чем я говорю? Потому что я создал эту игру. И каждый, сука, сраный новый день я придумываю правила, и никто не может мне ничего сказать, потому что я тут босс. И никакой сраный ЖСП, Диас или какой-нибудь ебаный, как его там зовут, я забыл, этот киборг-то, Франкенштейн из Бразилии, никто не сможет отобрать у меня эти права на игру. Потому что я тут главный. И всех вертит, я вертел вообще. Мне вообще насрать на всех. Они хотели сделать турнир с какими-то Альдо, Эдгар или кто там еще. Кто они все такие? Я предложил, чтобы на турнире был только я и дрался со своей собственной тенью. Естественно, что я победил и выиграю. Потому что я могу убить даже свою тень. Может быть, еще Лобов будет драться, но я не уверен. Он может проиграть даже саму себе. Поэтому мы хотели сделать только, чтобы был я и вот этот чувак, который объявляет, ну, типа, имеющий Брюс Баффер? Наверное. Да хер его знает, как зовут этого чувака. У меня отец так пьяный орет каждый день. Постоянно. Многие считают, что вся эта возня из-за денег. Чувак, ну каких нахер денег, понимаешь? У меня столько денег, что я могу так сделать, чтобы за меня выходил, дрался мой охранник. А я получал свой гонорар, понимаешь? Я могу заставить Альдо самого себя избить и выиграть. И все, и получить деньги за это. А Дана Уайт, оторвавшись от моего хера, еще и похвалит меня. Я так богат, что даже когда допинговая комиссия приезжает ко мне домой, я несу в банку. Я ссу прямо им в лицо, и потом они сами разбираются, что там с этим делать, пробуя на вкус мою допинговую, сука, мочу. От души сказал...